В эфире студия «Репортер». Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемий. С удовольствием большим представляю своего сегодняшнего собеседника, главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» Одесса Олег Юшкин. Здравствуйте, Олег, рад видеть вас в нашей студии. Олег у нас еще ассистент главного тренера сборной Украины по баскетболу 5 на 5 и тренер сборной Украины по баскетболу 3 на 3, можно сказать и так. А мы сегодня говорим о старте чемпионата Украины, который в Одессе стартует для одесситов 14-15 октября. Баскетбольный клуб «Динамо» проводит свои первые матчи. Олег, как вы оказались у руля этой команды? Что из себя представляет этот баскетбольный клуб? Получил приглашение в прошлом году выступить в роли консультанта, когда этот клуб только родился и выступал в первой лиге. Затем люди, которые организовали все это мероприятие, можно так это назвать, прониклись, им очень сильно заинтересовались, и амбиции возросли, и появилась идея создать большой баскетбольный клуб, включающий в себя не только одну команду какой-то из лиг, а включающий в себя целую пирамиду. И на сегодняшний день можно уже констатировать тот факт, что после того, как мы скооперировались с Одесской школой имени Белостенного, где я еще являюсь спортивным директором, мы выстроили, на мой взгляд, очень неплохую пирамиду. У нас есть детская спортивная школа, у нас есть команда первой лиги, которая состоит полностью из воспитанников Одесской школы имени Белостенного. И на сегодняшний день у нас есть дебютант высшей лиги, команда «Динамо Одесса». 14 октября стартуем в высшей лиге. Я так понимаю, что мы сейчас наблюдаем за становлением такого нового формирования в одесском баскетболе в целом в Украине. Когда мы говорим о пирамиде, мы подразумеваем вот только вот молодежь, только вот первую лигу, или можно еще какие-то закрыть области баскетбола необъятые, например, там 3 на 3, допустим, в Одессе? Естественно, я не мог не воспользоваться шансом. И мы открыли отделение, первое в Украине, первое отделение совместно, баскетбольный клуб «Динамо» и Одесская школа имени Белостенного, открыли первое в Украине отделение баскетбола 3 на 3. Так получилось, что я пригласил в команду Андрея Копца, который на сегодняшний день по рейтингу является ведущим стритболистом в стране. И я так думаю, что его опыт на первоначальном этапе будет неоценим для молодых ребят, которые хотят попробовать себя в этом олимпийском виде спорта. Пока мы еще в этой тематике 3 на 3, а вопрос: сборной Украины под вашим руководством успешно, чего греха таить, выступила на турнирах и в Европе, и на первенстве мира. До Олимпиады еще 3 года. Что нужно сделать? Постройте нам небольшой ликбез, чтобы попасть на главные игры 4-летия украинским стритболистам. Отбор, именно программа, по которой будет проводиться отбор на Олимпийские игры, еще окончательно не утвержден. Все, что удалось узнать кулуарно, это то, что будет принимать участие в Олимпийских играх только 8 команд. Первые 4 команды, скорее всего, это будут команды с самым высоким европейским, мировым, извините, рейтингом. И за другие 4 путевки поборются уже все желающие, все допущенные страны. Единственная, скажем так, для нас радостная новость, что не будет отдаваться место хозяевам японцам. То есть есть? Есть, да. То есть попасть в четверку по рейтингу нам будет очень сложно, потому что в основном рейтинг федерации формируется из рейтинга отдельных игроков. А самые большие рейтинговые очки игроки набирают, участвуя в мировом туре. Это под эгидой ФИБА проводится порядка 12 турниров. И, к примеру, победитель одного из ворлд-туров получает в 2 раза больше рейтинговых очков, чем чемпион мира. Насколько я понимаю, в Одессе вы будете культивировать это движение. Уже приросли к этой культуре за лето, я так понимаю. Что намного отличие от 5 на 5 баскетбола от
когда нужно будет объяснять молодым баскетболистам. Совсем другая философия. Совершенно другая философия. Единственные схожие моменты, что нужно забросить мяч в кольцо и не дать забросить мяч в кольцо сопернику. Все остальное, тактика, стратегия, правила, очень и очень много отличий. И скажу честно, что вот для того, чтобы наша сборная, составленная из хороших ведущих игроков 5 на 5, адаптировалась и смогла играть правильно в баскетбол 3 на 3, нам понадобилось порядка 3-4 месяцев. В Одессе есть игроки, с которыми можно строить что-то, вот, брать за основу? Изучали ситуацию или это все еще впереди? Конечно, все изучалось, но пока об этом говорить, о 20-м Олимпиаде 20-го года еще рано. Естественно, есть везде баскетболисты. И еще раз повторюсь, что в связи с тем, что специфика баскетбола очень сильно отличается, шансы у, скажем так, игроков-любителей примерно равны игрокам-профессионалам 5 на 5. Ну, Олимпийские игры через 3 года, а через несколько дней баскетбольный клуб «Динамо» стартует в высшей лиге. Скажите, немного познакомьте телезрителей с игроками. Можно не со всеми, но, по крайней мере, с ключевыми. Хотя тренер, я так понимаю, знает абсолютно всю свою команду. Тренерский штаб, кто вам будет помогать? В тренерский штаб вошел небезызвестный Геннадий Геннадьевич Кузнецов, с которым я провел практически всю свою тренерскую карьеру, которая была у меня в Одессе. И в качестве играющего тренера мы пригласили известного тоже по выступлениям в одесской команде Ростислава Кривича. Ростислав Кривич, я так понимаю, будет еще выполнять определенные функции и на игровой площадке. Кондиции игровые, по небольшому секрету, еще выдерживает? Давайте посмотрим 14 числа. Ну, на данном этапе он меня немного удивил. То есть я ожидал худшего. И то, как он сейчас тренируется, и то, как он пытается побыстрее втянуться в форму, заслуживает большого уважения. И наглядным примером он подстегивает нашу молодежь. Украинские болельщики хорошо помнят Ростислава Кривича и по игре за команду «Сума Химпром». Ростислав Кривич на протяжении многих лет был одним из лучших, скажем так, дальнобойщиков в украинском баскетболе, человеком с броском. Просто доставить мяч на 7-8 метров, и Ростислав, ну, не гарантированно, но, по крайней мере, порадует болельщиков своей команды. Игроки, которые пополнили ряды баскетбольного клуба «Динамо»? Мы пригласили небезызвестных одесскому зрителю ребят, таких как Алексей Мамонтенко, Ярослав Скрипец, Алексей Костюченко, Никита Найко, молодые ребята Антон Решетило, Никита Ермаки и ребята, которые уже имели определенный опыт и в Суперлиге, и в баталиях высшей лиги на самом высоком уровне. Это Александр Прокопенко из «Химика», воспитанник также «Химика» Роман Новиков и Андрей Кобец. Игрокам, даже я помню, много лет, то очень неплохим был. Первого номера, даже второго номера играл на моей памяти. С теми баскетболистами, которые вы перечислили, на ваш взгляд, добиваться высоких целей, а какие цели есть у «Динамо», можно? Вы знаете, я довольно амбициозный человек, и если бы этот клуб не поставил перед собой самые высокие цели, я бы наверняка не согласился. Поэтому все ребята понимают, что цели мы ставим перед собой самые высокие, и по-другому мы не видим вариантов для работы и других вариантов исхода игры, кроме как победа, мы для себя не представляем. В этом году вот я бегло пробежал по составу участников высшей лиги, по игрокам, по специалистам. Довольно-таки респектабельный турнир. Не что-то там на задворках, да, как у нас вот иногда принято оценивать таким вот пренебрежительным взглядом. Вот, к примеру, команду из Николаева тренирует куру нашего цеха тренерского Валентин Переснев. Да, я так, если посмотреть, то много известных игроков можно найти в высшей лиге и тренеров тоже. Та же команда Мариуполя, работает с ней Завалин, который был в легендарные годы, скажем так, царствования Азовмаша, главным тренером Азовмаша и чемпионом украинской суперлиги. Да, уровень у высшей лиги очень вырос по сравнению с последним и предпоследним годом. Во-первых, сократилось количество команд в суперлиге.
То есть появилось, скажем так, на рынке свободных агентов высшей лиги много высококлассных квалифицированных игроков. Плюс очень сильно расширилась первая лига. И если в прошлом году в первой лиге участвовало порядка 5 команд, то сегодня на старт первой лиги вышло около 30 команд. И поэтому команды, которые где-то не совсем, может быть, уверенно бы себя чувствовали в высшей лиге, спустились на лигу ниже. Поэтому на сегодняшний день 15 команд, которые стартуют в высшей лиге, это хорошие амбициозные клубы. Схема уже утверждена. Я слышал, что команды будут поделены по группам. Будет очень много игр, ну, по сравнению с некоторыми сезонами в нашей суперлиге. Расскажите немного о схеме. Схема сезона: две группы, Запад-Восток, 7+8. И все играют друг с другом по две игры, две дома, две на выезде. И после четырех кругов определяются четвертьфиналисты. Да. Первая, четвертая. До двух побед? Первоначально до двух, за призовые места до трех. То есть в Одессе хорошего баскетбола, мы надеемся, станет больше. Команда «Динамо» будет домашние игры проводить. По-старому он называется спорткомплекс «Краян», Высокий переулок, 17. Сейчас УСК «Одесса». Мы всех болельщиков, всех любителей баскетбола приглашаем 14 числа на первую игру, на открытие в 18:00. Расскажите, против кого будете играть? Ну и 15-го тоже, не на один же день заявим. 14-го мы анонсируем наш календарь и сообщим, когда мы играем следующую игру. 14 числа мы играем против команды «Ровно». Это команда, которая в свое время долго играла в высших дивизионах украинского баскетбола. Самым известным воспитанником ровенского баскетбола является Сергей Лещук, который завершил в Валенсии свою профессиональную карьеру, вернулся на родину и возродил этот клуб. На сегодняшний день он является президентом этого клуба, пригласил игроков с опытом игры и в Суперлиге, и в Высшей лиге. Провели они уже первый круг, выиграли очень уверенно два стартовых матча, поэтому я думаю, что борьба будет очень-очень интересной. Следующая игра 15-го сразу же, да? Да, следующая игра в воскресенье. Игра первая вечером, вторая игра в более светлое время суток. Да, понятно, что мы где-то немножко огорчаем наших болельщиков, но войдите тоже в наше положение. У нас на сегодняшний день есть один действительно зал, который может принять соревнования подобного масштаба. Там Бипомода, там женская Интерхим команда. Мы в связи с тем, что на воскресенье на 2 часа запланирована телевизионная игра Бипы, мы можем поместиться только в утреннее время. Наверняка у вас есть мнение свое, но я не могу не спросить. У вас один зал для миллионного города. Не люблю это слово, но баскетбольная традиция не есть, никуда не денешься. Это наверняка не очень нормальная ситуация. И как-то вот понятно, что команд много, это хорошо, но один зал маловато будет. Я вам даже скажу, даже и 5 залов для нашего города – это непозволительно мало. Турнирная мотивация команд, которые играют в высшей лиге. Глядя на то, что происходит у нас в Суперлиге, у нас количество команд уменьшается. Команды могут куда-то исчезнуть по понятным финансовым причинам. Команды, которые туда попадают, в Суперлигу, ну, не всегда попадают там, через турнирный там, путь. Да? То есть ты соответствуешь финансовым критериям, у тебя есть зал, более-менее ты играешь в Суперлиге. Команды, которые выигрывают в высшей лиге, они могут попасть на ступеньку? Победитель высшей лиги, если клуб соответствует всем критериям Суперлиги, а это в первую очередь зал, вот, и финансовая составляющая, автоматически становится участником Суперлиги. На сегодняшний день, я надеюсь, что не только на сегодняшний, баскетбольный клуб «Динамо» более-менее устойчиво стоит на плоту, который по течению баскетбольному плывет дальше. Не то чтобы мы как бы, да, куда-то пиарим, да, но поблагодарить людей, которые вас пригласили и помогли баскетбольному клубу «Динамо» стать серьезной единицей, я надеюсь, мы можем вполне. Да, очень приятно, что когда родилась эта инициатива, то нашлись люди, которые это все поддержали.
Хочется отметить, что физкультурно-спортивное общество «Динамо» оказало, естественно, очень большую поддержку. Областная федерация баскетбола. И Пантелеймон Васильевич Бумбурас, «Гефест», тоже с нами, тоже очень и очень нам помогает. Поэтому, может быть, я сейчас кого-то забыл, ни в коей мере не хочется обидеть, потому что моя составляющая – это спортивная. У нас есть президент клуба, который проделал колоссальную работу в этом направлении, Сергей Петрович. Но очень приятно, что на данный момент эта идея была подхвачена, и нам действительно очень помогают. Спасибо вам большое, Олег, за такой ознакомительный эфир, для того, чтобы познакомиться с командой. Вот это первая наша часть. Я думаю, что хорошие результаты не заставят себя долго ждать. Встретимся не один раз с вами и с игроками. Успехов вам 14-15 октября, это уже совсем скоро. Можете еще раз пригласить болельщика. Еще раз приглашаю всех любителей баскетбола, всех людей, просто придите и посмотрите. Почему-то мне кажется, я даже уверен, что вы сможете влюбиться в эту игру. Приходите на баскетбол, болейте за «Динамо». С вами был Виталий Хемий. Берегите себя. До новых встреч в эфире.